При выборе удобрений для комнатных растений всегда встает вопрос, что лучше – жидкое удобрение или сухое удобрение. Вот с точки зрения цветка разницы особой нет, потому что состав жидкого удобрения и сухого удобрения практически одинаков. И в сухом виде удобрение мы вносить не будем, мы его обязательно разведем в нужном количестве воды и польем. То есть вот из этого пакетика у нас получится примерно такое же вот жидкое удобрение. Почему же тогда делают удобрение в разных формах, в жидкой и в сухой? Изначально все удобрения в сухой форме. Это набор минеральных веществ, которые нужны для питания растений. А потом часть из них растворяют специально в воде и делают для нас жидкую форму удобрения. Это служит для удобства потребителей. Кому-то удобнее самому разводить, купить такой небольшой пакетик и разводить. Кому-то удобнее уже покупать готовые удобрения. Но покупая жидкое удобрение, тоже имейте в виду, что это концентрированное удобрение. И любое удобрение перед применением нужно обязательно прочитать инструкцию, в каком количестве и как им пользоваться. Удобрение можно применять в виде корневых подкормок, то есть мы поливаем растение под корень водой с удобрением, либо можно делать опрыскивание меньшей концентрации удобрения листья. Это будет более быстрая и более такая емкая подкормка для растений. Вот в этом основном и заключается различие сухих и жидких удобрений.